Сколько их тут не находили. Да, тут с завода 40 песок вывозили. Тревожный сигнал, опустевшие перроны, машины экстренных служб. Такую картину можно было наблюдать утром на станции «Лагерная». Опасную находку обнаружил кто-то из местных жителей. Правда, большинство из них снарядами не удивишь. Раньше бывало, я уже не могу. Бывало, что взрывались? Да. Часто бывает, да, и в садах находят. Не современные, это старые еще. Когда пожар был, завод взрывался, вот тогда и были снаряды. Возле своего участка мужчина мусор собрал и поджег. Я говорю, смотри, осторожней, тут все есть. Как бы что ни случилось, пошла на обед. Иду обратно, еще на лагерной жила. Иду обратно, он уже все кишки вывернуты у него. В этот раз трагедии не произошло. Снаряд благополучно изъяли, отправили на спецполигон и уничтожили. Движение поездов было восстановлено менее чем через час.